вы на канале YouTube. Итак, вчера мы купили вот эту штуку. Итак, сегодня у нас танки над котиком. Сначала я покажу, что он умеет. Вот это. Вот. Тут можно покрутить. И будет другая бабочка, может быть. Может быть. Вот смайлик. Может быть звездочка. И может быть вот эта штука, которую я не понимаю, что это. Ладно. Что ж, начнем. Ура, играть! Первый пранк. Красная точка. Так, что это за штуковина? А, давай ловлю! Я думаю, ее не словить. Хотя, с моими навыками с детства, я обязана ее словить. Давай, я тебе словлю. Чему ты не ловишься? Ловись! Как тебя словить? Что это? А, это ты? Что это? Куда ты, баклажан? Которая там была. Давайте следующую. Вот что это за горничек? Что это за звезда? Не буду просто на нее реагировать. Давай дальше. Хотя... Кстати. Я думаю, можно пореагировать. Не вижу. Вот, смотрите. Вот эту штуку мы ей. И вот бабочка. Бабочка? Ладно. До свидания, бабочка. Маленькая бабочка что-то. А вот так это просто точка. Ладно, она отреагировала только на точку. А ну-ка, иди сюда. Какая будет реакция у мальчика? Красная точка. Он не видит точку. Что это у тебя в руках? Он смотрит только, что у меня в руке. Я эту штуку словлю, хотя... У него нет реакции на это. Так, я ухожу. А, кухню. Ему не надо этого. Ну что ж, идем ко второму пранку. У нас вот такая нитка. Простите, что разорванная полностью. Просто ей нитка сделать. Я боюсь ее. Убери эту нитку от меня. Ну что? Так, ладно, где эта нитка? Нет, 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 поиграй сначала. Нет, я уйду. Куда? Эу! Ей неинтересно. Значит, идем к Мартику. Ну вот так. А, давай играть! Ура! Да ура! А, ладно, у нас челлендж, чтобы поймали. Играть! Ну как челлендж? Пранк. Ладно, он забрал это. Кстати, сейчас будет минутка времени, потому что ура! У меня получились пранки. Игрушку! Да
Так что сейчас будет минутка времени сам. Итак. В общем-то, задавайте в комментариях вопросы. Вопросы. Ну, точнее, не вопросы, а задания. Чтобы их выполнить, мы хотим создать новую рубрику. Ну, как мы? Я! Что же там можно загадать? Что хотите, можно задать. Ну, да. В общем-то, да. А минутка прошла. Всем пока-пока. Мама, тюф-тюф. 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 С Новым годом! С Новым годом!